Дорогие друзья, Татьяна, любимая, родная, ой, вот ваше прикосновение к любому ученику, который с вами рядом бывает, имеет счастье бывать. Это как поцелуй любимый. И сегодня вот этот номер мы подумали, что он будет местным. Вашему дню рождения. Спасибо вам за все огромное. Мы вас очень любим, ценим, уважаем и обожаем. Спасибо вам большое. Вы очень благодарны за жених, любви, за окружающих всем спортсменам. Хочется вам тоже подарить частичку любви вот этим своим номером. Будьте счастливы, любимых, любили, запомните это делать. Маша, спасибо тебе большое, дорогая девочка. Сколько буду жить, никогда не забуду, что она сделала для меня и для Лёши. Нас бы дисквалифицировали, если бы не она, на всю оставшуюся жизнь. Она фантастический человек, гениальная партнерка, а Лёша – мой один из самых лучших артистов в театре, которым я имела честь руководить 14 лет, а потом он перешел в руки Маши и стал чемпионом из чемпионов. Будьте здоровы и счастливы. Мария Петровна, Алексей Тихонов, спасибо. Спасибо вам большое. Ну, а наши поздравления, конечно, продолжаются. И сейчас на этот лед выходят пятикратные чемпионы Европы, двукратные чемпионы мира. И судьба также очень тесно связана с великим тренером Татьяной Тарасовой. На льду олимпийские чемпионы Татьяна Татьянина, Максим Малинин. Ну что ж.
вышло так. Поздравляют с 70-летием Татьяну Тарасову и ее подопечные. На льду катка ГУМ сейчас олимпийские чемпионы. И все это выглядит очень так кулуарно и действительно эффектно. Наверное, это очень приятно, когда твои подопечные поздравляют тебя с днем рождения. Сегодня здесь очень много подопечных Татьяны Анатольевны Тарасовой за те года, сколько она связана с фигурным катанием. Она, ее подопечные заработали более 40 золотых медалей на различных соревнованиях, 8 золота на Олимпийских играх, ну, в том числе и та пара, которая сейчас выступает. И по сегодняшний день, 2005 года, Татьяна Анатольевна выступает тренером-консультантом Федерации фигурного катания. И, ну, видно, с каким трепетом и почтением относится к ней ее подопечные, и наоборот, с каким трепетом она относится к ним, и как сегодня сказал Алексей Ягудин о том, что она для него вторая мама. Наверное, так оно и есть. Заканчивает выступление, судя по всему, и вот очень интересно послушать, что скажет тот самый трепет, о котором я говорил только что. Напомню, мы транслируем в соцсети, в прямом эфире, в социальной сети, в Facebook, ВКонтакте. И вот пишут наши подписчики комментарии о том, что здорово, присоединяемся к поздравлениям, многие летят Татьяне. Но на самом деле вот присоединились к поздравлениям. Сегодня много, действительно много людей, много известных людей. Пришел известный модельер Вячеслав Зайцев, так неожиданно ворвался на пресс-конференцию, поздравил Татьяну Анатольевну с днем рождения. Пришел Владислав Третьяк, ну и, конечно, все ее подопечные, те, которые, люди, которые много лет с ней сотрудничают сегодня здесь. Ну, а руководитель всем действом Илья Авербух, вот прямо сейчас можно увидеть, как он раскатывается на катке, и, насколько нам известно, сегодня он тоже порадует зрителей, и, конечно, именинницу своим выступлением, но об этом, наверное, чуть позже. Также вижу за бортиком, что Алексей Ягудин готовится тоже, видимо, разминается или просто покачивается со стороны в сторону. Причем интересно сегодня, что Алексей Гудин пришел в этом же пальто, в котором он, судя по всему, собирается выступать. Я заметил, то есть такой у него, видимо, образ. Ну, посмотрим обязательно, что еще сегодня подарит Татьяне Анатольевне, что за выступление. У вас слышно, я продолжаю. Я огромный счастлив, что когда-то вы можете быть в царении, и подсунуть, пройдя второй ход, подсунуть. Роман Костомаров появляется на льду. Браво! Ну что ж. Но сейчас нам объявят, кто же будет выступать. Илья Авербух с микрофоном объявляет. Видно, что Роман Костомаров, не могу сказать точно с кем. На льду девушка в шубе и в белом капюшоне. А мы продолжаем. И сегодня юбилей Татьяны Тарасовой, только что выступала Татьяна Костянин, олимпийский чемпионка. Был там, что должна быть и третья Татьяна. Встречайте, для вас выступают трехкратные чемпионы Европы. Для вас выступают двухкратные чемпионы мира. Сегодня сюда, на Красную площадь, поздравить великую Татьяну Тарасову пришли олимпийские чемпионы Татьяна Наша и Роман Костомаров. Ну что ж, двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы на льду Красной площади, Татьяна Навка и Роман Костомаров. Думаю, в комментариях не нуждается. Давайте посмотрим. С
все-таки нуждается в комментариях. Это любимая песня Татьяны Анатольевны Тарасовой. Любимая песня, наверное, вряд ли можно придумать лучший подарок на день рождения. Закончили свое выступление Татьяна Анатольевна Тарасова. Если честно, даже мурашки какие-то по коже. Очень куларно, о чем я говорил, и от этого очень круто, и чувствуешь себя приобщенным к чему-то прекрасному. Но действительно, Татьяна Тарасова внесла непомерный вклад в развитие фигурного катания в России. Вот цветы Роман Костомаров везет корзину с розами, с розовыми и красными розами для Татьяны Анатольевны Тарасовой. Тарасова, прошу прощения. Заметил интересную особенность. Вот сегодня, вот, естественно, конечно, очень много цветов дарили Татьяне Анатольевне, но вот, все розового цвета, наверное, все-таки есть что-то. Розовый цвет для Татьяны Анатольевны, видимо, один из них. Очень много тюльпанов, и все они были розовыми. Такая, все было усыпано буквально розовыми цветами. Очень много народу, очень много людей, очень много известных людей пришли сегодня поздравить. Пару слов, конечно, хотелось поздравить. Пожелать крепкого здоровья. Оставаться на более сильных, харизматичных и красивых. Самое главное, ищите творческих подвесок и творческих цветов. С днем рождения. Люблю вас. Я люблю мать нас всех, все, кто стоял на фестивале за нашим учителем, и там стоит и мы, которые стоим на вот. Вот и
Алексей Бурин появился. Появился на льду. Видимо, стоит ждать выступления от него. Чем я говорю о том, что он был в пальто, в бежевом пальто. Он сегодня пришел с как раз теми самыми розовыми тюльпанами. Один из первых пришел на праздник. Но все-таки пальто снял и вот в костюме для выступления появился на льду. Посмотрим, что он приготовил для Татьяны. Она завалила в день ее рождения. Разминается пока Алексей Гудин. Я думаю, завершать сегодняшний, видимо, праздник будет Илья Авербух, как ведущий. А пока смотрим на фигуристов. Ну что ж, я думаю, что мы продолжим. Холодно Алексею Гудину. Обнимает себя. Замерз, видимо. Ну, прохладно действительно на Красной площади, на Бум-катке, ветерок. Снежок кончился. Ну, такой слегка снежок идет с неба. И как раз о чем сейчас говорит Илья Авербух, о том, что магия. Есть определенная магия, конечно, и в ГУМе, и в Красной площади, и в том снежке, гирляндах. Ну и в дне рождения. День рождения — это все чудо. Просто. Видите, хотя слышно, что всегда была королева Афанасия. Именно она внесла эту фразу, которую знает вся страна. Лёха может. Леша, по-доброму подшучивает над Алексеем Игудиным. Ну и вот сейчас заиграет музыка и начнется выступление. Леонид Анатольевна, у меня пару напутственных слов. Смотрим. Остров невидения в океане есть, остров невидения в океане есть. Весь покрытый зеленью абсолютно весь. Там будут несчастные руки дикари, да на лицо ужасные добрые внутри. Да на лицо ужасные добрые внутри. Там будут несчастные руки дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они делают, не идут дела. Крокодил не ловит, а я на всю покос. Плачет глубоко, нежели лет слез. Плачет глубоко, нежели лет слез. Крокодил не ловит, а я на всю покос. Вроде не везде, не могу пожить. Им по понедельник нельзя все отменить. Нима в понедельник в детстве отменили. Вроде дети не могли бы жить. Как назвала Кадентаря. Чемпион мира. Олимпийский чемпион. Олимпийский чемпион. Воспитанный спортсмен. Браво!
Андрей Семенов, вот такой тонкий, резкий, незаменимый абсолютно актер. Повторять его невозможно. И только Алеша, вот только Алеша может поймать этот дух, мне кажется, с которым работал и жил вот Андрей. Потому что когда я смотрю на Алешу, это огромное достижение. То, что он не похож, а просто в этом он делал одну работу на полу, и одну работу вот здесь на груди. Ой, дорогой, ты спасибо тебе, мой дорогой, и спасибо за то, что меня сделали. Так он счастливый, на то, что ты сказал. Хотя бы я много слов будет сказать, что ваши 18 лет, пускай вы всегда будете такой же, заряженный в этой жизни. Всегда на расставку вашей двери, я абсолютно всем. Вы работали только с старшими отечественными. Вы работали со всеми, каждый буду оказывать важно. Мы не победили все, это, конечно, все но ничего мы по-разному воспринимаем эту жизнь. Какой-то сохранился нам себя, стали специально выпечатать, стали и поэтому очень много чтобы реанимировать, чтобы ты чувствовал как И как он не мог успокоиться на троне, и все время летал по жизни, я не могла его остановить, не останавливать, потому что я видела, что это рождение, он много не видела. И этот день запомнился, да, пока там. А я решила, самая первая тренировка. Я не знал, как реагировать на все ваши решения. Вот это много не остановилось. И тут вы говорите. Давайте говорим, пожалуйста, вам только в одну сцену, вам только в другую. Казалось бы, конечно, вам такая мелочь, но в одиночестве, как по-другому называют, перебежки. Вы так и смущался, хотя бы вы смотрели. Все встал, давай, беговые, куда сюда это хорошо. Я говорю, перебежки, что ли? А Татьяна сказала, так, ты пойдешь, сам знаешь себя. А сейчас пошел поговорить, ему вот тут, я понял, что... Чувствую, что вы разъяснил в порядке, поэтому желание. Хотя, Антон, спасибо вам за ту теплоту и добро, которое вы нам всегда дарили, а мы его стали подготовили вам такой подарок. Пусть вот мы постараемся своим дальнейшим творчеством согревать вас, но это вот отдельное, да. Чтобы вы, вам было куда прятать черепашек. Спасибо большое. Он мне звонит и говорит. Позавчера. Нет, не звонит и не говорит, а пишет. Очень удивлен, что я тоже пишу переписываю. Буквально пару вопросов про день рождения. Каково вообще сегодня вот здесь, на гум-катке, в день рождения Татьяны Анатольевны выступать для вас, это каково? На самом деле волнительно, потому что это не просто шоу. Спасибо всем большое. Поздравления. Мы вас любим. Поэтому волнительно и с огромной любовью. Пойдем фотографироваться. Спасибо. Пошли вверх! Пошли наверх все! Давай мы все пойдем наверх! Ну а мы вновь хотим напомнить всем, тем, кто сейчас здесь находится, что 17-18 февраля в ДЦКЗ «Россия» в Лужниках пройдут гала-концерты, посвященные великому человеку, великому тренеру. Если я
свидания. Дорогие гости, добро пожаловать в демонстрационный зал ГУМа. Первая линия, третий этаж. Вот эти окна, которые смотрели на каток. Заходите, те, кто сложно подниматься, внутри ГУМа эскалаторы туда ведут. Кому легче, те по лестнице.